Борис Заходор. «Если мне подарят лодку», читает Павел Беседин. «Если мне подарят лодку, ялик, гичку, самоходку, барку или хоть байдарку, как я буду рад подарку, я согласен и на джонку, катер, яхту, плоскодонку, на каяк, каноэ, ботик, в крайнем случае на плотик, буду рад катамарану, амурочке и самтану, взял бы я охотно шлюпку или даже душегубку, лишь бы мне на вольной воле плыть и плыть в своей гондоле, на вельботе, на пироге, плыть без горя и тревоги, лишь бы плыть и плыть часами, все равно под парусами или с мотором, или на веслах в те края, где нету взрослых, повидаюсь с океаном, потягаюсь с ураганом и вернусь обратно к маме, прямо к чаю с пирогами».